Это видео просто маленькое видеоконкурс для наших подписчиков. Слушайте внимательно, в чем заключается наш конкурс. Алис, куда мы с тобой поедем? Бабушки. Что ты будешь делать у бабушки? Я с ней буду с ними играть. С бабушкой будешь играть? А еще что будешь делать? Я сами что-то буду делать. Расскажи про бабушку. Как зовут бабушку? Я ж тебе говорила, ну ты что? Я чаю хочу. Да, а дедушку как зовут? Вова его зовут. Вова его зовут, молодец. Хорошо. Ну вот, друзья, слушайте внимательно, в чем заключается наш конкурс. Вы должны угадать, в какой стране живет наша бабушка. И куда мы поедем с Алис. А на чем мы поедем туда, Алис? На самолете. Мы туда полетим на самолете, и только одну мы вам дадим подсказку, что там уже тепло и солнышко. Не так, как у нас пасмурно и прохладно еще. Как дедушку зовут? Как дедушку зовут? А, Вова. Вова дедушку зовут. Да. Ты перепутала. Чего ты перепутала? Как дедушку зовут? Да нет, ничего ты не перепутала. Ну хорошо. Так вот, друзья, тот, кто угадает, в какой стране живет наша бабушка, и первый напишет это в комментариях, тому мы передадим привет прямо из самолета, с самой высокой высоты, на которую мы поднимемся. Но только имейте в виду, времени у вас очень мало, потому что мы летим на самолете уже в воскресенье. Поэтому, пожалуйста, поторопитесь. Тот, кто угадает страну, тому мы передадим привет из самолета. Ну а если вы угадаете страну и еще и город, в котором живет наша бабушка, то мы вам оттуда пошлем небольшой подарок-сувенир. Подарок-сюрприз. А мы не скажем, это будет сюрприз. Ну или конфетку, мы увидим. Имейте в виду, что каждый из вас может сделать только одну попытку. Вы можете написать только одну страну и только один город. Если вы напишете 10 или 5 стран и 5 городов, это не будет засчитываться. Так что мы ждем ваших комментариев. И еще одно маленькое объявление для тех, кто голосовал в конкурсе топ-10 детских каналов. Вы попросили немножко еще дополнительного времени, чтобы побольше человек смогло поучаствовать в голосовании. Поэтому мы вам дали еще одну неделю, и вы можете голосовать еще до 7 июня. Еще несколько дней у вас есть. И после 7 числа вы наконец-то узнаете результаты вашего голосования. Ну вот, на этом мы с вами прощаемся. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.